Эрто Божан Дафем Талмуд Иерушалми трактат Турмот Дав Куфав, предпоследний лист трактата Турмот, 106 лист, и рассмотрим, что доверяет Мурад Мишмат Прохин, Фалам Абедруши, Вегам, Мохамим Бор Хай Бензинпо, Давид Бензинпо, Мирьям Батоснат, Рена Рахер Рена Бацурия, Ла Сахат Месруфет Месер, Шолом Барец Уба Ула. То первая страница говорит, первая строчка, так, Коэн Шеба Эцель Исраэль Ла Асот Имо Хешбон. Мы продолжаем говорить про Трума, которая стала Таме, масло. Трума, которая стала Таме, Коэн имеет ее право зажигать для себя, но мы видим, что мудрецы облегчили закон, что если что-то делается даже для Коэна, простым евреем, имеет право он тоже такое масло Трумы, которое стало Таме, нечистым, зажигать. Коэн, который пришел в дом к еврею, простому еврею, посчитать, может быть, он у него бухгалтер и так далее, говорит Гмара, Мадлик Аль-Габав Шемен Срифа, еврей в своем доме имеет право зажигать такое масло, которое стало Таме, несмотря на то, что это Трума. Вафальпикен, энцарит захия, спрашивает Гмара, но все-таки что, он не должен был отдать это масло Коэна, он же должен был отдать это трума для Коэна. Амар лахен, бимзаке лахен аляде ахер. Сказал, да, он передал это масло Коэну уже через кого-то другого. То есть он сказал, вот это масло трума, которое я отделил, я другому человеку сказал, ты принимаешь за него для Коэнов. То есть ты за него получаешь этот сход. Это масло его, и ты его получил. Следующую строчку. Тани бат Исраэль, ше нихнаса ласот срахав шел Коэн, ава ло шел Исраэль, пропускаем. Говорит Гаалиш Гмара так. Тани говорит Брайта. Бат Исраэль, ше нихнаса ладлик микахенет. Тубелет птила, шемен срефа у мадлекет. Еврей, который пришла в дом Коэну, работать у него, там помочь. Потом, когда она уходила, она имеет право взять эту свечу с этим маслом, трумой, которая там, для того, чтобы пойти домой. Спрашивает Гмара, как так может быть? Она же, та, пока она там работала, окей, это было нужно для Коэна. Это его дела она делала. А сейчас она идет домой. Это не нужно для Коэна. Почему она имеет право использовать это масло? Говорит Гмара, арбихуна бешем рби янай, шаар мешлахат зевим хайта. Он объясняет, что это было время, когда было нападение волков. И поэтому нужно было ходить светом, чтобы, со светом, со свечой, чтобы они не атаковали. Беломатбедин убитель. И после того, как уже это время нападения волков прошло, следующий медбедин это облегчение не отменил. Кмо, детемартаман, как мы учили с вами там, где в Мацехе Шевит, ломатбедин убитель. Что следующий бедин не пришел, не отменил. Афаха ломатбедин убитель. И здесь тоже бедин не отменил. Что там было? Мы говорили, что в седьмой год человек не имеет права работать на своем поле. Пахал, наказывает, что потом после седьмого года не имеешь права пахать на этом поле. Но было время, когда государство заставляло пахать. То есть говорило, нельзя, чтобы земля была без дела. Поэтому что делали? Мудрецы разрешили вспахать это поле один раз. Нужно было раньше вспахивать поле два раза. Один раз вспахали его, подготовили для седьмого года. Так как государство заставляло это делать, Бедин тогда постановил, что можно это делать, но нельзя было удобрять землю. И потом, когда уже это государство не заставляло, поменялось государство, поменяло правительство, так как уже это облегчение было дано, следующий бедин это облегчение не отменил. И здесь уже волки не стали нападать, этот период времени прошел. Облегчение, которое дали идти со светом масла трумы, которое стало таме, даже не Коэну или не Каэнет, осталось в силе. Дальше говорит Мара. Бахрошель Коэн Шаям Ахель Этель Исраэль. Еврей, который ухаживал за быками Коэна у себя дома, то есть делал что-то для Коэна. Вехен бигдошель коэн шаяне рак эцель Исраэль. Также в доме еврея ткали одежду коэна. Мадлик альгабав шемен срифа вэйну хошеш. Еврей имеет право вот это масло таме трумы зажигать, потому что сейчас он делает что-то для коэна. Ухаживает за его животными, делает его одежду и так далее. Даже коэна там нету. Но это для коэна имеет право использовать это масло. Коэн шабала асот хешбоним Исраэль. Опять. Коэн пришел к еврею сделать какие-то расчеты. Видлик аль-габав шемен срефа. И еврей зажег там вот это масло трумы, которое стало таме. Шемен срефа. Веамад ло бехалах ло. И Коэн закончил свои дела и ушел. Масло горит, свеча горит. Обязан потушить или нет? Говорит Гмара, а фальпикен, несмотря на то, что Коэн ушел, эн мехави мото лехабото. Ачи хабе мела. Не должен его тушить. Почему? Пусть горит, и мы имеем право этим светом пользоваться. Сегодня нам это тяжело представить, потому что у нас есть электрический свет, но раньше этого света не было, поэтому это то, что было в доме. Так как эта свеча была зажжена с разрешения, можно было ее зажигать.
потому что там был коэн. Пока она сама не потухнет, не нужно ее тушить. Дальше. Раби Ханина бар Ахбари, хава авад абильта габе Раби Хия Ципори. Раби Ханания бар Ахбари, он был простой еврей, он работал у Раби Хия из Ципори, который был коэном. Теперь. Ми азале миле ле боцина шемен срефа. Когда он, его работник, уходил, то Раби Хия, который был коэном, наполнил ему его свечу этим маслом срефа, которое было там. Как так может быть? Он сейчас идет домой, он уже у коэна закончил работать. Велокен свира мемар, говорит Мара, что нужно сказать именно так, свира мемар, ла соце рахав ше коэна, бало ше Исраэль. Можно это использовать масло, когда ты делаешь что-то для коэна, но не для еврея. Сейчас он этим маслом, это его фонарь, чтобы дойти до дома. Как он имел право ему это масло дать? Отвечает Гмара. Амрин де лохава вид лекен, лохава атен. Если бы он ему это масло не дал, то он бы вообще не пришел к нему на работу. Как сегодня тоже есть такой закон. Ацала приехала кого-то спасти, привезла его в госпиталь. Она спасла его, имела право это делать 100%. Обратно они могут ехать домой или нет? Уже никого спасать не надо. Им разрешили в определенных случаях ехать домой. Почему? Если сейчас не разрешат, и он на 20 часов застрял в госпитале, на следующий шаббат он уже не ответит на звонок. И здесь ему дали это масло, чтобы он пришел на работу и знал, что у него будет свет, чтобы вернуться домой. Саврин, Маркад, Имте, Бейте. То тогда мы сказали, может быть, когда он придет домой, он должен, метафеля, должен потушить эту свечу. Говорит Мара, вторая страница 106-го листа. Нет. Амаре, Амар, Рби Ханина, Аль-Едекен, Хава Шахар, да Аль-Едекен, Хава Карец. Но благодаря этому свету он мог проснуться. То одно объяснение, что говорит, что он пришел домой, у него был дома свет. Он мог делать свои дела и пойти спать пораньше, и утром пораньше проснуться. Или если бы у него свеча горела дома, он утром мог определить, какое время и прийти снова на работу к коэну. То есть опять это делалось что-то для коэна. Ада Шимша Шааль Раби Ими. Ада Шимша был коэн. Шимша есть, которые говорят, что, видимо, он был медбратом, nurse. Он спросил Раби Ими. Бегинда на цаба петила минхоле. Теперь это спрашивается, мы вас, читаем с вами Бемем Бадликин. Это мишна из трактата Шаббат. Там написано, что в Йомтов человек не имеет права зажигать вот это масло, масло сарефа, которое стало там, турма, которое стало там. Но есть мнение, которое говорят, что если добавил туда простое масло, хулин, которое не имеет святости, имеешь право зажигать. Как бы там ни было. Бегинда, анаца, баптила, минхола. Он говорит, слушай, могу ли я вместо того, чтобы добавить вот в это масло трумы, которое там, простое масло, могу ли я взять фитиль и опустить его в простое масло, чтобы он пропитался этим маслом, а потом это масло поставить в кувшин с маслом трума и зажечь? Имею право или нет, Мара говорит, амале бателу альгабе птилату. Но масса, которая в этом фитиле есть, она аннулирована в отношении фитиля, его недостаточно. И по одному объяснению, что Рав Ими сказал, не имеешь права. Дальше. Горе Рбиуда бен Пази лейлен дебе нехемекен. И Рбиуда бен Пази, когда спросили его домочадцы Рби Нехемия, сказал такой же закон, что по этому объяснению это нельзя. Дальше, говорит Мара. Рав Ими насав птила. Рав Ими, когда ему нужно было пойти ночью домой, он да, зажигал это масло трумы, которое стало таме по дороге домой, как мы сказали, можно было это облегчить закон. Раби Ила ло насав петила. Раби Ила не зажигал. Спрашивает Гамара, савале Раби Ила мишум гезель, ледле Раби Ила хададе Раби Ими. Что? Раби Ила не согласен с законом Раби Ими, что можно это ночью зажигать или нет. Гамара, савале Раби Ила мишум гезель. Раби Ила почему не зажигал? Не потому что это масло трумы, которое стало там и только коину можно. Он боялся нарушить запрет воровства. В чем запрет? Ухило мин хадин шимша мебазлина. Что? Шамаш этого коина, который дал ему это масло, он имел право это масло без разрешения его хозяина ему отдать, он имеет право растрачивать это масло, поэтому он считал, что это возможно воровство, поэтому он это масло не зажигал. Дальше, говорит Гмара, Гамалиэль Зуга, Шааль Рэби, Гамалиэль Зуга спросил у Рэби. У Раби Еса что спросил? Маулоу сившемен хулин уладли. Имею ли я право перед Йомтовом добавить простое масло в это шемен серефа и зажечь? Амали ответил ему. Ло тани Раби Ошея. Мы учили, что сказал Раби Ошея. Эла ин мехавино то
ленцото. Что у человека, который был кувшин с маслом трумы, чистое масло, он потом это масло перелил в другой кувшин, он не обязан этот кувшин протирать, вытирать, чтобы там вообще масло трумы не оказалось, имеет право налить сюда простое масло хулин, и та трума, которая была там, она аннулируется. Но как бы там ни было, это когда не видно там масла, но если есть, он должен будет его вытереть. Амар Биабау, Шанали Йонатан бен Ахмай. Теперь Биабау говорит, что человек по имени Йонатан бен Ахмай, он сказал мне следующую брайту. Бат Коэн Чайта умедет эрев шаббат им хашиха. Дочь Коэна, она перед шаббатом, скоро наступит шаббат, у нее теперь нужно зажигать субботние свечи. Убьяданер, свеча у нее в руке. Уптохо шемен срефа. И там в этой свече это масло, трума, которая стала там. Харе зо мосефет лотохо шемен шельхулин. Она имеет право добавить простое масло в это масло, умадлекить, тогда имеет право зажигать. Несмотря на то, что мы сказали, что в Йом Том это зажигать нельзя, если добавила простое масло, имеет право. Амале Рабизера его спросил, Мативя, кто этот человек? Йонатан бен Ахмай. Мы ему можем доверять? Он знает, что он говорит. Амале Адам Гадола, я говорю, да, это был большой человек. Знаешь человек? Убаки би Мишнатену, и он знал Мишнайот. Знал эту Мишну. И кроме этого, говорит, Решера Бихия Дехфар Тихумин Куми Раб Уматнае Хахим. Что Раби Хия из Квар Тихумин сказал, что Рэби Рабиуда Анаси поставил его, когда услышал эту мишну, эту брайту, и она ему очень понравилась, и он назначил его мудрецом. То есть, да, мы можем на его слова полагаться, и если в это Шемен Срефа, трума, масло, которое стало там, добавить простое масло, можно будет его зажигать перед шаббатом, который совпадает с Йом Товом. Тоже мы зачем продолжим на следующем листе. Барух Адонай Леолам. Амин ве амин. Там еще один нужен, да, этот Брайан.